Рак шейки матки, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, занимает 7-е место в списке наиболее распространенных онкологических заболеваний. Для профилактики и раннего выявления этого типа рака рекомендуется вакцинация от вируса папилломы человека, регулярные осмотры у гинеколога, проведение кольпоскопии, а также онкоскрининг. Пройти диагностику и выявить заболевание на ранней стадии стало возможно в Центре амбулаторной онкологической помощи на базе обособленного подразделения имени Гольца Щелковской больницы. Здесь открылся кабинет онкогинекологии. Благодаря новейшему оснащению мы можем на амбулаторном этапе проводить кольпоскопию и на раннем этапе диагностировать такие заболевания, как дисплазия шейки матки, проводить кольпоскопическую оценку с проведением расширенного скрининга. Поэтому все пациентки, у которых есть подозрительные заболевания на онкопроцесс, милости просим, чтобы развеять все сомнения, а если вдруг они подтвердятся, мы могли сразу же приступить к лечению. В Центре амбулаторной онкологической помощи помимо диагностики гинекологических заболеваний проводятся ультразвуковые исследования, эндоскопические процедуры, маммография, анализы на онкомаркеры других типов рака и дерматологические обследования. Также здесь функционирует дневной стационар. Дневной стационар, в принципе, это отделение, где пациент может максимально быстро получить необходимую медицинскую помощь в плане проведения гормональной терапии, остеомодифицирующей терапии. В нашем отделении пациентам, в принципе, требуется только приехать с полным пакетом документов. Все, они спокойно приходят к нам в отделение, мы оформляем сами истории болезни, делаем инъекции, пациент свободен весь день. То есть это очень быстро, это удобно. Владимиру Лебедеву приходилось ездить в Отрадное, чтобы получить необходимое лечение злокачественной опухоли. Теперь ему не нужно тратить несколько часов на дорогу, так как все рядом. Я рад, что к вам попал. И до конца буду лечиться. Не только с моей какой-то у меня ПСА, но и состояние общего организма, чтобы мне стало хорошо. Я даже почему-то уверен на все 100, что все будет хорошо. Лечение доступно в Центре амбулаторной онкологической помощи для жителей городских округов Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский. Евгения Корыська, Владислав Реус, Щелковское телевидение.